сегодня мы отыграли презентацию нашего сингла «Мочит как хочет». И хочется сказать, что сегодня был какой-то немножко удивительный концерт. Каждый раз Москва вызывает некое оцепенение. Вначале выходишь на сцену и начинаешь себя продавливать. А сегодня было, черт возьми, как-то душевно. Как-то вот как раньше в точке. Я вспомнил это и просто оттаял сразу. И у нас еще был такой бодряк в начале. Как все понеслось. Очень круто. За это спасибо везде всем пришедшим. Даже не знаю, устали, выложились все мы, вы. Повторим в феврале. Ну, впечатления самые крутые. На самом деле, я только сегодня размышлял, как жаль, что самые яркие моменты жизни, которым ты обязан, пролетают как бабочка, как мгновение. Ты хочешь его ухватить, а оно уже как мотылек вот где-то там. Здорово, когда есть такие моменты. А по поводу пластинки, ну, самая любимая, наверное, 6-й. Самый для меня глубокий, необычный, взрослый, серьезный, интересный, многогранный, разноплановый, свободный, когда ты как творец чувствуешь себя в сочинительстве свободным, несмотря там на какие-то комплексы. У каждого творца есть свои комплексы, не без этого. Самые сильные не чувствуют, конечно, комплексов, но и долго не живут. Такова природа. Очень сложно выбирать отдельный альбом. Легче выбирать песню в альбоме. Даже это легче, да. В преддверии 7-го альбома я все равно, наверное, выделил бы какие-то последние работы. Видимо, просто мозг, он устает от одного и того же. И сам музыкант воспринимает свои новые работы. Ну, как что-то свежее, и его это бодрит, его это как-то волнует по-новому. Вот, поэтому у меня нет претензий вообще к первому альбому. Это было тоже зрелищно. Вот. Ну, я выбираю прям 6-й. Впечатление о концерте — это супер вообще, просто такая поддержка была, просто огонь, как люблю я говорить, с буквой А, а не О. Вот. По поводу альбома, который я для себя выделяю, это, наверное, первый альбом. Я его когда первый раз услышал, просто офигел. Настолько он крутой был. Я его услышал буквально через год, наверное, после выхода. И вот дико проперся тогда от группы. И почему-то как-то, если честно, всегда для себя знал, что когда-нибудь я буду играть вот так, с самого начала, когда я услышал первый альбом. Как-то так сложилось. И вот так и оказалось. Как-то так. Но про то, что он вот так как сейчас, и вот так как сейчас, больше никогда не будет. Здесь и теперь. Не заметны, без наказания.
Концерт сумасшедший, без вопросов. Концерт великолепный, народ безумный. Спасибо всем нашим поклонникам, спасибо моим коллегам. Мы по 6 часов репетировали последние дни, потом мы ездили с Кэшем, монтировали клип. Надеюсь, что он вам понравился. Клип на песню «Мочит как хочет» уже на iTunes. Концерт отличный. Москва, ну, это наш город, он никогда не разочаровывает. Это концерты, которые мы ждем всегда с нетерпением, потому что здесь уже нас точно будут принимать так, как нигде. Что касается альбома, очень трудно выделить, как ты говоришь о том, как что нужно выделить какой-то альбом. В преддверии выхода нового альбома. Ну да, да? Любимый альбом, может. Любимый альбом? Не, я могу, наверное, выделить любимые песни, а любимого альбома прямо нету. Ну, то есть, каждый альбом очень хорош по-своему, потому что в этом и главный козырь группы Slot, что песни очень сильно отличаются, что очень огромная жанровая такая палитра у группы. Поэтому я могу выделить только песни, которые мне больше всего как-то близки. Альбом отдельный я, наверное, не выделю, потому что, ну, хорошо. Наверное, 6-й альбом на данный момент я считаю лучшим творением группы. Но в то же время в более ранних работах, в более ранних альбомах есть такие песни, которые просто, ну, меня дико пробуют. Поэтому лучше можешь задать вопрос, какие мои там 5-10 любимых песен группы Slot. Давай, 5 любимых песен.
Хорошо, давайте сейчас будем брать по альбомам. С первого альбома у меня любимая песня «Хаос». Со второго альбома у меня любимая песня «Воронка». С третьего альбома у меня любимая песня «Тик». С четвертого альбома... С четвертого альбома у меня любимая песня «Мир». С F5 моя любимая песня «Рип». А с альбома шестой моя любимая песня, ну, наверное, две песни: «Бой» и «Три сестры». Ну, любимый альбом — это, конечно, шестой. Мне кажется, он самый сбалансированный. И там большое количество моих любимых песен. Не, еще я очень люблю «Две войны». Это у меня вот до шестого, это, кстати, все это время был мой любимый альбом. Я в нем вообще не участвовала, если вы знаете. Вот. Но он мне кажется прям таким концептуальным и крутым. И я очень люблю там тексты. Мне кажется, это самые вдохновенные кашевские тексты. Вот. С тех пор что-то все-таки поменялось. Не то чтобы хуже или лучше, но поменялось. Вот. И я надеюсь на то, что седьмой будет моим самым-самым любимым. Хотя потом самым-самым восьмым. Да, до самого-самого восьмого альбома это будет мой самый-самый седьмой альбом. Слушай, очень круто, очень напомнили концерты нашего, там, не знаю, 2009-2010, вот этот вот клуб «Точка», когда еще существовал. И было очень много, черт возьми, стейдж-дайвинга, в тему и не в тему. Целая тонна народу, которые просто, особенно девочки. Вот мне нравится, когда вот парни, они как-то выверяют правильные моменты, делают это вот емко, быстро. Я уже говорила об этом, я, наверное, зануда. В общем, парни, они прыгают как-то, вот понимают, когда прыгнуть, когда не стоит, где просто стоит там, я не знаю, послушать песню. Вот. Но девочки лезут на сцену, и самое главное, что они топчут ее хреново тучу времени перед прыжком. Нафига? Вы мешаете и артистам, и людям. Это вот примерно как в кино, когда придешь, и там какой-нибудь большой там чувак сядет так вот перед тобой, начинает жрать попкорн. Ну, черт возьми, это же не кино. Актеры присутствуют как бы непосредственно прямо сейчас на сцене. Вот, и вы мешаете и зрителям как бы в зале насладиться музыкой и непосредственно с самим артистом. Вот это, конечно, ну это просто, ну не знаю, манера поведения, надо как-то себе воспитывать. Упс.